18 июня в Московском районном суде города Твери вынесен приговор в отношении высокопоставленного сотрудника областного военкомата, обвиняемого в получении взятки. Задержание в момент получения очередной взятки проходило в Твери 10 ноября прошлого года. Фамилия, имя, отчество? Большаков Антон Сергеевич. О, влево! Место работы? Военный комиссариат Тверской области. Должность? Начальник соцотделения. Противоправная деятельность сотрудника военкомата пресечена отделом ФСБ России по Тверскому гарнизону во взаимодействии с региональным управлением Федеральной службы безопасности. Задокументировано систематическое незаконное получение денежных средств в интересах коммерческих фирм, занимающихся предоставлением услуг по установке памятников ветеранам Великой Отечественной войны. Размер взяток, по нашим данным, составил более миллиона рублей. Вердикт суда – 7 лет условно с испытательным сроком 3 года, плюс штраф – 2 миллиона 544 тысячи рублей. Кроме того, осужденный 3 года не сможет занимать должности в государственных структурах.